Саш, здорово. Здорово. У тебя сегодня радость. Ну да, вот. Записал я тебе 12 альбомов, блин, Константина Ступина. У тебя, Саш, объясни, почему вот ты, я должен записывать тебе на диске песни? А на что? У меня только это самое, DVD и CD. Саш, концерт группы «Монолит». Да, в порядке. Как атмосфера в клубе? Порадовала? Да, порадовала. Порадовала? Отдохнул хоть душой? Ну да. Слегка так, да? Только голова что-то загруженная. Чем загружена? Ну вот голова? Этим, блин, басом и бас-бочкой. Так ты сидел, конечно, глянь, перед самой сценой. Ну да, сценой, у меня голову вот так вот. Ну так это ж показатель. Эдик, тебе привет. Вот Саша говорит, ты лупишь так, что у него аж голова отваливается. Саша, это не повредит твоим зубам? Да уже нет. Нечем повредить.